Дистанцию в символические 2019 метров пробежали в наступающем году Деды Морозы и школьники. На стадионе у школы номер 36 в рамках проекта «Беги за мной» прошел ежегодный забег Дедов Морозов «Дари добро». В забеге приняли участие более 600 человек, среди них школьники и жители микрорайона Московский. Костюмированный забег приурочен не только к Новому году, но и к завершению года добровольца. А потому мероприятие не обошлось без представителей детского фонда и приюта для бездомных животных «Доброе сердце». Мы передадим корм, который ребята активно собирали для как раз-таки собак и кошек. Также мы набирали вещи и подарки для детских домов, для малообеспеченных семей. Вот, поэтому мы сегодня решили совместить и приятное, и полезное. Завершилось мероприятие флешмобом, в ходе которого участники забега собрали слово «добро».